Серебряный возраст – это самое настоящее искусство, считает Клавдия Федоровна Сухова. Все ее картины наполнены яркими красками. К тому же живопись в ее жизни играет не только эстетическую роль. Раскрыться с новой стороны и обрести душевное равновесие помогают в комплексном центре социального обслуживания населения Самарской области. В каждом центре работают группы активного долголетия. В Кировском районе Самары, например, открыта группа арт-терапии для людей с ментальными нарушениями здоровья. Занимаемся мы тут разнообразные, у нас занятия не только рисование. У нас творчество, мы делаем игрушки, цветочки и все делаем. Здесь у нас девочки такие здесь славные, такие все умеют. И на экскурсии нас водят даже. Это настоящая синергия искусства и здоровья. Совместное творчество и его обсуждение позволяет всем участникам освоить навык бережного общения и раскрыться с новой стороны. В арт-терапии мы часто используем правополушарное рисование, это тоже... довольно популярный у нас среди посетителей метод. Также сказкотерапия, различные притчи, музыкотерапия. Группа проходит два раза в неделю, у нас по вторникам и пятницам. Занятие длится примерно 2 часа. Средняя наполняемость всего в нашу группу на сегодняшний день входит 20 человек. Сами участники отмечают, арт-терапия помогает не попасть в состояние «жизнь без цели», сохранить хорошее настроение и получить новые впечатления. Ольга Павлова, Ольга Волкова, Константин Головин. События.